Эта пластина хранит рассказ об истории возникновения Древнего Египта. В центре изображен фараон Нарамер, один из основателей этого царства. Он держит за волосы плененного врага. Это история завоевания Верхнего Египта Нижним. Оригинал хранится в Каирском музее, а копия представлена в областной научной библиотеке. Цель – рассказать, как развивалась книга. Тем самым привлечь к ней внимание, чтобы люди поняли, что книга, она была, есть и будет. Экспозиция станет частью большой выставки, посвященной истории книги «От камня до цифры». Она откроется в этом году, который стал юбилейным для библиотеки. Ей исполнилось 160 лет. Также здесь скоро откроется пространство открытого чтения. Здесь уже представлены последние книжные новинки, которые поступили в библиотеку. Коллекция будет постоянно обновляться. Здесь же создано медийное пространство, в котором читатели могут работать с разными цифровыми архивами. А в мае пройдут чтения, которые будут посвящены Константину Гроту, самарскому губернатору и основателю библиотеки. Наши любимые читатели смогут принять участие, выступить с докладом, послушать интересные сообщения ведущих исследователей. Предполагается участие и, конечно, московских, санкт-петербургских исследователей книжной культуры. Завершит юбилейный год в библиотеке рождественский бал, устроенный по всем светским канонам XIX века. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Николай Сидоров. События.